Смоленске 10 июня был побит 20-летний температурный рекорд по этой дате. Было зафиксировано плюс 30,4 градуса по Цельсию. Аналогичная жара и в Десногорске. Многие горожане проводят теплые дни у воды, забыв о действующем эпидемиологическом режиме. Уважаемые десногорцы, напоминаю вам, что на территории муниципального образования, согласно указу губернатора Смоленской области, продлен режим повышенной готовности до 15 июня включительно. Из-за угрозы распространения коронавируса и в избежание массовой заражения инфекцией городской пляж Деснай закрыт до особого распоряжения. Нарушая запрет и посещая городской пляж в период ограничительных мероприятий, вы подвергаете свою жизнь и здоровье опасности. На территории городского пляжа не разрешено находиться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки, выгуливать и купать собак, курить в неотведенных для этого местах, а также мусорить. Напоминаю вам, что территория городского пляжа является водоохранной зоной, поэтому в границах городского пляжа запрещается движение и стоянка транспортных средств. Уважаемая Десногорская, выявить факты нарушений на пляже позволяет система видеонаблюдения. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убедительно прошу вас не посещать городской пляж и не купаться до снятия ограничительных мероприятий.